Ребятушки мои, привет. Короче, сегодня опять вальдос, только мы сегодня не занимаемся ходьбой. Вот, значит, я приехала в Кли, ну, чтобы просто сделать видео, потому что так получается, что в субботу-воскресенье не получается с ним идти. Он мне предложил, если я хочу, то он бы меня свез куда-нибудь поснимать видео только. Вот, и вот мы приехали в Кли, это шато, ну, кастел, замок, да, у нас. Вот, здесь очень сильный ветер, и к тому же, по-моему, Костелло закрыт, поэтому мы сейчас здесь сделаем, может быть, одно видео только, и переместимся в другое место, там тоже мы по ходу пока ехали, много чего интересного в моем стиле. Вот, хочу сообщить, потом я об этом подробнее расскажу, что я не закончила на 3 дня голодания, я пошла дальше, и вот у меня уже сегодня в 9 утра было, получается, 72 часа плюс 12, 84 часа голодания, то есть 3,5 дня, да. В общем, чувствую себя хорошо, но потом я об этом подробнее расскажу. А сейчас перевожу и показываю вам. Значит, я хочу показать вам, какие вот сегодня горы классные. Во-первых, видите, вот что значит снимать все равно в первой половине дня. Он сказал, что вчера снег в горах выпадал, здесь был дождь, а в горах снег. И вот видно, что снег прям такой яркий, вот наши, как наши линии. Потом вот если мы спустимся, я просто хотела вот здесь вот эти вот домики, да, вот, вот видите, написано в Эндезе, это значит продается, вот сбоку там очень классно, вот вся наша грибная система, вот, и сейчас вот я вам, во-первых, покажу вот этот, видите, вот это шато Костелло, да, оно торчит, потом, может быть, когда уже будем отъезжать, посмотрите, какие, да, горы сегодня красивые, то есть вот этот прям такой, видно, яркий, свежий снежочек, да, вот, ветер ужасный, конечно, там, это, по-моему, не знаю, надо спросить, Монблан, не Монблан торчит. Вот. То есть снежок есть, вот выпал вчера. Небольшой, но видно, что вот он обычно не такой яркий. Вот тут все наши стены, да, вот посмотрите, да. Вот этот гидрант, смотрю. Знаете? Вот. Ну и что, пойдем, сходим к Костеллушке, к этому, хотя бы к стенам. Потому что если он закрыт, то что поделать? Вернемся. Ну, вот снять стены тоже можно. Стены это же самое то, как раз снятие. Allora, chiuso. Vabbè, facciamo un po' di faccio questo. Потому что вот смотрите, какой грибок. Видите? Я хочу вот. С другой стороны, с этой-то люди тут работают, а с другой стороны вообще классно видно наш грибочек. И вот посмотрите, как все до самого верха идут наши вот эти вот наши стены. Вот. Сейчас мы тут снимем стены этого замочка. Чуть-чуть, хотя бы, что он сказал, что закрыто все, но вот посмотрите, да, бедным этим дворянам. Не, извините меня. Причем по маленькой дорожке совсем туда же лошадь, скорее всего, не может пройти даже в теории. Не то, что на практике. Но они, небось, все равно говорят. Вот посмотрите, как тут тоже. Как будто... Ну, это, может быть, нашу дырку заделали. А? Свежие камни тут. Да, скорее всего, это уже тут наши подделали дырочку. Да, жалко, что туда внутрь нельзя пройти. А quando lo aperto? Это не более парлар, да? Тут, видите, но это не, точно не наши. И это, вот видите, вот такой типичный здесь зеленый вот этот камень часто встречается именно вот в замках Вальдаосты. Вот этот прямо зеленый камень, видите, тут тоже. Вот посмотрите, наша амбразура, и которая вниз, видите, и тут можете сказать и туннель, и амбразура. Видите, все в нашем стиле. И какая-то типа полукруглая ниша. Вот ее, пожалуйста, стиль работы. Посмотрите, как у нее плита идет, да? Посмотрите, как плита идет. Ну как можно было бы вот так ее вставить, да? Посмотрите, она абсолютно органично. Все вплетено. Одним этим это невозможно было бы ее так ставить под уклоном, и чтобы вот так все получалось закругленно. Какая прелесть, да? И там такая маленькая дырочка, да? Причем тоже такая в виде арки, да, видите? Полукруглая. То есть все у нее предусмотрено, как, чтобы все было полукругло, нишево, арочно. Вот такого стиля, в общем. Но бывает у нее и
острые углы, естественно. Уж куда. Так, что они тут пишут? Вот посмотрите, какой зеленый камень, да? Видите? Прям зеленющий. Что они пишут? Dovrebbe essere aperto, ma... Solo su appuntamenti anche, addirittura. Только, только с аппунтаментами. Вот такие они, суки. Так, я подглядываю. Там башня, как обычно, в нашем селе. Смотрите, смотрите. Смотрите, я вам сниму сейчас. Сейчас, подождите. И не пробитое там окно получается. Ах, как оно не пробитое, да? О-о-о, видите, видите, видите. Не пробитое окно. Ну и башня, как обычно, все в дырочку идет туда вверх, видите? Дырочки эти, типа окошечки маленькие. Вот. Посмотрите, как все, видите? Такой жижевый кишмиш, видите? Это ее цемент, корка. Видите, как все соединено. Так, что, туда нельзя проходить, да? Туда нельзя? Теория по всем ангарам, да? Вот видите, наша гребница, вот я хочу с другой стороны... Тувай. В общем, короче, он вам сейчас снимет там. Я беру туму, он с вами, по-моему. Он вам снимет сейчас, я... Снял чуть-чуть. Посмотреть, можно ли туда пойти. Да, ну он вам классно снял, кстати, стены. Матули или Айфато Бейна Янка. Посмотрите, вот эта стена какая-то тоже наклоненная. Смотрите. И да, наклоненная вот. И еще и закругленная, да? А. А. Ну, видишь, видите, он не взято. Господи, знаете, смотри, секундицу, хочу ведерекой, чекладка, че мура. Ладно, вот посмотрите, посмотрите, куда идет стена, видите? Невероятно. А? Невероятно. Вот. И там... Что, в общем, ничего особенного, но все в нашем стиле. Таких костелов я уже много сняла, в общем-то. Эта корка тоже наша, видите, цементная. Вот. К сожалению, он закрыт. Но я сейчас его еще издалека сниму. Вот это тоже, видите, наша стена. Смотрите, как интересно, идет вниз. И потом, смотрите, трапециевидная форма такая, видите, и тоже закругляется тут. И вот как вот мне нравится, как у нас на церквях бывает, смотрите. Камни лежат, видите? Покажу вам. Видите, это просто стена, видите, она тут заворачивается, какой-то трапеция, непонятно. То есть получается, что заканчивается здесь, смотрите. Видите? То есть ничем. Как бы вроде дорога должна быть, по идее, да? Такой бортик, дорога, да? Но заканчивается вот стена, и вот, пожалуйста, это наш цемент, видите? Жижевый. Жижевая корка цемент, видите? Лежит между конями. И посмотрите, вот это интересно. Вот, вот как они, типа, лестницы, в стиле лестницы, когда я вам говорю, что лестница это тоже все стена дороги. Это все одно и то же суть. Видите, как идут? Одна на другой. Одна на другой, видите? Знаете? Как чешуя, да, бывает. Вот там ветряки у нас устают. Три ветряка там. Вот.
тут еще хочу обратить внимание, вот два канала, посмотрите, узких. И тут, кстати, уже это, наверное, я пятый или шестой канал такой узкий вижу. Вот просто узкий канал, вот надо было так видеть, да? Вот. Видите? Два узких канала. Вот, ну ладно, отсюда я вырезаю. В общем-то, самая классная здесь была вот это вот типа амбразура, арка, ниша, туннель. Сейчас я найду, где мне перелезть. Слушайте, я сырый вообще перила, потому что здесь дождь шел. Сейчас я вам еще сниму его издалека. Трубы роста, видите, торчат. А это вообще просто... Он ищет, где бы залезть. Нет, мне придется это, подожди, подвижу. Продолжение.